Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном, вкусном и сытном белковом завтраке, который помогает похудеть и очень хорошо отбивает аппетит. Это белковый завтрак, который имеет калорийность всего лишь 52 килокалории на 100 граммов. Нам потребуется всего лишь 200 граммов сыра тофу. Это соевый сыр, который очень хорошо отбивает аппетит и имеет низкую калорийность, всего лишь 73 килокалории на 100 граммов плюс-минус. И 200 граммов обезжиренного кефира. Именно обезжиренного. Его калорийность всего лишь 31 килокалория на 100 граммов. И немного отрубей. Я беру примерно 1-2 столовые ложки отрубей, но если у вас нет противопоказаний. Итак, берем все это, перемешиваем в мисочке. Получается вот такая вкусная, сытная смесь. Поверьте мне, хоть его здесь и немного, но очень вкусно и очень сытно, потому что это белковый завтрак. Белковый завтрак всегда отбивает аппетит, причем надолго. И чем проходит больше времени после него, тем больше сытость вы чувствуете. Калорийность очень низкая и очень сытно. Попробуйте, потому что сыр тофу имеет своеобразный вкус, но некоторым людям очень нравится. Я, например, очень люблю сыр тофу. Почему это работает? Запомните, если наш организм не получает с пищей углеводов или получает их очень мало, то он начинает сжигать наши собственные жировые запасы. Это давно доказано, этим давно пользуются, например, бодибилдеры, когда устраивают себе сушку перед соревнованиями и получают такой красивый рельеф. А нам это не нужно в огромных количествах, это поэтому нам нужно достаточно, чтобы похудеть. Смотрите мои плейлисты, у меня более 50 способов отбить аппетит, более 45 диет для похудения, 270 рецептов для похудения. А также смотрите наш плейлист «Египет 2021» за 22 тысячи рублей, потому что мы съездили на 13 ночей. Очень удачно и нам очень понравилось. Там очень много интересных видео по погоде, пляжам, экскурсиям и достопримечательностям. До свидания, удачи всем и желаю вам всем быть стройными и красивыми.